У сотрудника ГИБДД Виталия Касимова редкий фенотип крови. Он начал сдавать ее еще в студенческие годы и, придя на службу в органы внутренних дел, продолжил свой донорский стаж. Когда я узнал, что можно стать почетным донором, это, наверное, стало одна из таких определенных целей. Вот. И теперь уже вошло в привычку. Стараюсь регулярно каждые 2 месяца приезжать на станцию переливания крови и сдавать кровь. Сначала доноры заполняют анкеты, затем проходят медицинское обследование, после чего отправляются в буфет. Врачи рекомендуют до и после процедуры пить сладкий чай. После этого приступают к самому главному этапу – процедуре сдачи крови. Сотрудники МВД – одни из самых активных доноров, если, так сказать, смотреть по вот группам, да, даже активнее студентов. Один из сотрудников МВД сдал кровь уже 188 раз. То есть это больше 20 лет постоянных донаций. То есть это здорово, это очень хорошо. Сотрудники МВД, ну, как доноры, что называется, вот они способствуют восстановлению жизни и здоровья наших жителей. Поэтому большое им спасибо за это. Не только опытные доноры, но и новички. Всего в акции приняли участие 10 офицеров. Присоединиться к ним мог любой желающий, не имеющий противопоказаний. Виктория Шара, события.